Сегодня для ветеранов устроили торжественный прием. У входа развернулась полевая кухня, где каждый смог отведать настоящей солдатской каши. Все это под звуки оркестра и песни военных лет. А уже в зале самого театра для ветеранов дали праздничный концерт. Со сцены их поприветствовал и исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Фронтовиков и тружеников тыла он поблагодарил за большую победу, пожелал им долгих лет жизни.